Для того, чтобы освоить современные образовательные технологии и тем самым повысить качество образования, славянские учителя активно участвуют в работе районного методического объединения. Это позволяет им получить практическую помощь для роста педагогического мастерства. Учитель – это одна из удивительных профессий, требующих постоянного пополнения знаний, повышения квалификации с тем, чтобы отвечать самым современным требованиям. Для этого и проводятся регулярно районные методические объединения, чтобы оказать помощь славянским педагогам. Около 500 учителей со всего муниципалитета собрались в 12-й школе, чтобы пообщаться с коллегами, узнать что-то новое, получить ответы на свои вопросы. Решить стоящие перед учителями задачи удается благодаря тому, что с ними поделятся опытом настоящие профессионалы. Мы побывали на секции, где говорилось о работе учителей начальных классов. Они старались добиться самого главного – привить любовь к учебе, обеспечить, чтобы у ребят был хороший уровень функциональной грамотности. Функциональная грамотность – это умение применять в жизни знания и навыки, полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее сферах. Очень нужно и важно, чтобы у школьников была необходимая в жизни читательская грамотность. Над этим стоит планомерно работать. Огромная задача наша – это связать вот эти вот умения с привлечением родителей к тому, чтобы возобновить вечернее чтение родителей и детей. В основном мы спрашиваем, руки сделал, не сделал. Ну, конечно же, ребята в последнее время делают в основном только письменное, потому что они проверяются. А на окружающий мир, на литературное чтение – это очень мало остается времени. Как известно, осенью нынешнего года вступят в силу новые федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школ. Для школ, родителей и самих учеников они надолго определят содержание образования России. Новые стандарты должны облегчить груз знаний для школьников и плотнее увязать между собой теоретические знания и практические навыки. И об этом шла речь на районном методическом объединении, чтобы славянские учителя встретили новый учебный год во всеоружии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».